Мои почтения, здорово. Где он? Плент. Там у этого дрон летает. Где он есть? А, вон он. У меня тут шевелится. У меня толпа. Попробую забрать, но не точно. Шифтят. Меня убрали. 104 дал. А, понял. А, это все пистики. Вот, да, все. О, молодец. Он там же, по-моему, где-то был. Может, вообще на Б пойдем? Нет, или сюда. Можно сюда, короче, не шуметь. Давай не будем тут шуметь. Как бы ей сказать, чтобы не шуметь? Тихо, у меня топают. Спину, что не чекаете? Чего шифтить, это вас слышно было. Ленчо. У меня. У меня спс. А чё вообще не плентите? Почему Омен не плентит? Почему у него спайк всю дорогу? Чё он делает? Зачем он прицел внизу? Он в окне. Зачем он рашит? Понимаю, чё он делает. Он сейчас спустится. Господи, она спустится. Все, молодец. Красавчик Файр. У меня два. Омана убрали. А, он у себя стоит. Он чилит. Здорово. О. Надо смотреть, куда, короче, спайк уходит. Потому что вообще жизнь, мы его просираем все. Оман справа. Один в окне, по-моему, еще. А, я понял. Ты уже отдыхаешь.
Ураль, челик. Ладно, норм, сейчас отыграем. Ты чё, братан? Ладно, мы что-то набьем просто. Под окном, под окном, под окном. Убрал. Кто со спайком? Выходи. Меня вырубили. Смотри, вон он сидит. Мы всираем, потому что они, короче, заплентить не могут. У нас вообще, в принципе, даже, я считаю, небольшое преимущество. Типа, мы заплентить можем. Конечно, обязательно же взять. Пиком ставь, иди просто, и все, либо ставишь, либо нет. Камон, наверху нигде не смотрят. Да, закрыто об этом тестирование. О. Фига, он отлетел. Да все, уходи, чувак, он не успеет. Вот зачем он вел разведку? Ладно, пошел я у одного попробую походить. К вам убежало два. В окне где-то. В окне два. И снизу один справа. Справа снизу, а посередине примерно. И один в окне еще был. И один сзади, короче. Да не, не, там, считай, их было там трое. Их там четверо вообще было. Три в окне и один справа снизу. Я сейчас обходить, наверное, буду пытаться. Прыгает там наверху. Я специально выманиваю. 30 секунд. А спайк у тебя вообще? Беги на Б. Ты же со спайком, слышишь? Беги на Б и все. Ну, уже не успеешь сейчас, тебе надо было раньше бежать. Тебе надо было сразу, короче, на Б бежать, потому что они все тут были. Кроме одного. Там в окне будут, смотри, тебя выцеливают. Красавчики. Спайк выбил. Но я не знаю, мне, наверное, не подойти туда будет. Они тут двое. Все, у меня каленый очень, 19. Обходите там, да, я просто не знаю, где он есть. А, я понял. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А, на В там, у вас там.
Твой косяк. Красавчик Фаер. Я через тебя стрелял, но ты не этот. Чуть непробиваемый. Ты какой-то пули непробиваемый. Блин, братан, ты меня своей камерой. А, меня убрали, он сзади сидит, я не чекнул. Наверху, сзади он, да. Вон он. Давай, простреливай. Все, красавчик, прикрыл его. Вон она. Все, давай, пробуй. А ну ладно, убегай, согласен. Беги. Ран, Вася, ран. Не, я не успел. Чуть-чуть, кстати, не успел. Смотри, где граница. На Б ставит. Спайк на Б установили. Меня убили сбоку еще. Короче, они где-то там. Я двоих там убрал. Не-не-не-не. Вот тут где-то под окном, скорее всего, может быть. Один, вон. А, это не ты был. Вон ты, да. Он, скорее всего, не тут, он, скорее всего, сзади, где вот, когда... Вот, да, вон он. Красавчик. Спайк выбил. Там соловей справа просвет делает. Омен, углу убрали. А, убрала меня, да как так-то? Зачем я с прицелом-то шел, господи? Бежи, смотри наверх, сейчас забежит к ней. А, нет, тут постопчится. Так, ладно, 11-10, потненько, очень потненько. Прострел! Опфайр, красавчик, больше меня. Прикол. Выиграли же, если захотели. Вспотели чуть-чуть и выиграли. Да? Всем пока и до завтра. Завтра встретимся.